лет. Я Анастасию попросил подождать. Я расскажу вам, что вы должны делать в этой песне. Во-первых, подпевать. Там очень сложная музыкальная фраза. Попробуем или нет, скажите? Да, сказали женские голоса. Мужчины, конечно, молчат. Фраза такая. Па-па-па-ра-рап. Па-па. Не-не, вы уже сразу повторяете. Па-па-па-ра-рап. Па-па. Ла-л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 а
припев такой, знаете, просто будем жить. А вы поете, жить, так, жить. Так, тренируемся. Просто будем жить. Жить, так, жить. Жить и нету жить. Жить, так, жить. Гениально. Просто жить, так, жить. Надо жить, не так. Ну, еще один момент такой, где у меня такой, я придумал, я все слова сочиняю себе сам. Я придумал так, что не всегда же ясные дни, мне когда-то плохо будет. И там будут такие слова. А если я остановлюсь, неплохо, да, и на дороге покачнусь, вы мне поможете, сказав, давай, держись, вот это давай, держись. Вы мне поможете, сказав, давай, гениально. Теперь одни мужчины. Вы мне поможете, сказав, давай, держись. А что ты держись, что за мужчины? А, это парень, да, да. Спасибо, дорогой, я буду держаться, держаться до твоего совершеннолетия, постараюсь, как Лев Валерьянович. Ну что, готово, а, народ? Я приглашаю на сцену Анастасию Макееву. Поехали! Костер любви погас, ты бродишь в темноте. Лицом к рассвету повернись, расслабься, брат, и улыбнись. Тогда удача обернется вновь к тебе. Конечно, жаль, что наша жизнь с годами все быстрее бежит, как будто кто-то дарит все сильней на газ. Когда беда опять придет, событий днем нас не прогнет. Мы воскресать из пепла сможем каждый раз. Просто будем жить. Жить, так, жить. Жить и нету жить. Жить, так, жить. Никогда не ныть. Жить, так, жить. Надо просто жить. Представь, что лопнет колесо и нет домкрата, как назло. Цветов и на дорогу выходи. И ты увидишь дальний свет, тебе поможет твой букет. Красотка жизни притормозит кабриолет. Просто будем жить. Жить, так, жить. Жить и нет жить. Вершины брать в пути, как будто рубежи. А если я остановлюсь и на дороге покачнусь, друзья помогут мне, сказав, давай держись. Давай держись. Давай держись. Давай держись. Жить, жить, надо жить. Никогда не ныть. Жить, надо жить.
Анастасия Макеева и Олег Газманов. Мужчины любимые, с праздником вас! Любите нас, берегите нас, а мы вам ответим взаимностью. Друзья мои, ну, во-первых, для мужчин. С Днем Защитника Отечества. Вы знаете, на, как еще и наш император, да, бывший, наш, говорю, как император Александр III сказал, у нас два союзника только, армия и флот, правильно? Так вот пусть наша армия будет самой непобедимой, чтобы тронуть никто не мог.